всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. И сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем играть в догонялки от аниматроников. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Так, Бонька и Чика, побежали. Все, Димончик, я за тобой, давайте, ребята, начинается веселье. Так, бежит. Интересно, они везде смогут проходить? А че они вдвоем за мной? Так. О! О, они за тобой, Димас. Я знаю, сейчас к тебе их приведу. А, вот ты. Да. Ребята, идите за ним, я ни при чем, идите за ним. Ешьте. О, опачки, они не смогут так. Ха-ха-ха, класс. Да, это хорошо. Оп. Они тебя не убили, Диман, я прыгаю вниз. Ух, и Чика мне укусила за жопу. Ладно, давай дальше еще поубегаем. Диман, что-то Фокси этот залип. А не, побежал. Бегает. Он в горку не тянет, у него слабая, ноги слабые. Мангала апокалипсис. Блин, я не увидел, я прям на него наступил. Я нечаянно поставил перед тобой, ну давай еще раз. Ничего, бывает, тащим. Блин, так и хочется оружие достать и по головам настрелять. Димон, ну как пройти нам? Они везде. А, кусайте его. Все за тобой, как паучки. Не ешьте. Ладно, не особо прикольный апокалипсис, они просто очень медленные, поэтому не интересно. Ну да. Как тараканы какие-то. Какие-то, да, таракашки какие-то. Так, давай, вторая волна у нас будет такая бонусная, она будет самая жесткая. О, нет, а я думаю, они сюда не придут ко мне, смотри. Ах ты! Блин, она через перила прошла. Отстаньте, они все за мной. О, блин, спасите! Их спаси. Нету, Диман, куда ты бежишь? Вот они! Они за тобой бегут! Давайте, кусайте его, марионетки! Не кусайте! Короче, она упала здесь с высоты манюсенькой и разбилась. На тебе! За мной, Димон! За мной! А ты в припрыжку убегаешь или просто? Я в припрыжку. Оп, оп, вокруг столба обманул, ребята. Беги. Есть! О, ну как? В воздухе! Блин, руки поломайся. Смотри, мой труп кидает. Димон, смотри, что со мной. Тара-ра-и-ра-ри-та-ра-та-тай. Я сальтухи кручу, смотрите, ребята, мне нравится. Все. Не, я еще живой. Я еще танцую. А, еще танцы. Да, нормально. Я еще подхлопываю в воздухе. Блин, я сейчас возражусь, они меня убьют сразу. Так. Я падаю. Че, это ты? Я думал, это они. Я бегу. О, я знаю, как их обмануть, чтобы они разбились. Как? Живая. Сейчас мы еще разок ее скинем. Опа. А как она умерла? Что это было? А чё, ты оружие, что ли, использовал? Нет, я ничего не использовал. Это вот не спринтрапов, а вот таких вот чубриков. Чубзиков голова, ты хорошо. Еще и тут, ну когда? Со всех сторон. Не вас спасай. Они застревают. Они за тобой побегают. А, они поехали все за Димоном. А за мной? Все за мной? Они застревают тут в уголочках. Ах, тышка. О, пошли. Ну так много, зачем? О, он сзади. Беги, Димка, беги. Прям на повороте. Есть, я запрыгнул. Они все за мной, ребята. Прыгаем и бежим. Ах! Блин, очень эмоциональная серия. Опять разбился. Они в этих местах разбиваются. Димас, все, мне хана. Ого, они за тобой бегут. Ого. Мочите! Нет, не меня! Не меня, не вы убивайте! Вот он, смотрите, я к нему бегу, видите? Розовая звезда, Патрик, убивай! Нет! За ним, правильно, ребята, все за ним, бежите! Нет, да ну смотри, передумал! Бежал такой, о, а вот смотри, Спанч Боб и убил меня! Ну смотри на них, а! Сейчас, бегут, нормально! О, тихо, он не знает куда. Кстати, они очень умно бегают, он бежал, в обход побежал к тебе. Ах ты, нет. Не, ребят, не, я хороший. Диманчик, убивайте его, нет, ко мне не надо.
Блин, классная серия. Чего вы так давно не записывали уже? Все, они не бегут. Ребята, вот он, я пальцем пока, вон он туда, правильно, бегите. Правильно, бегите за ним. А девочек убегает, не знает как. Они тебя видят. Патрик, то не надо ко мне вести их. О, давай их скинем с высоты. Блин, так опасно пробегают. Да ну не ко мне, ну Димон. Я знаю, ты специально их ко мне ведешь. Вот, смотри, ну чё они умирают? Ну, чуваки, ну не расстраивайся, ну, Валерка. А как спринтрапа, Валера зовут? Валера, ну все хорошо, не расстраивайте. Это Антон, а Валера и Антон. Два друга. Так, давай теперь кошмарных поставлю, очень много. Ой, я их боюсь. Ну давай, только немного. 4-5 штучек. Они быстрые, по прямой. Именно по прямой, они очень быстрые. О, все. Ух ты, Димон, зачем же ты перед носом их спамнишь? А, да? О, как их много! Они все за мной. Так. Все за мной, Димон, спаси меня. А где они? Я их не вижу, Димончик, их нету. Сейчас нету. Вот, бежит один. Он за мной. Они невидимые становятся, что ли? О, окружили. Димон, он невидимый может стать. Я знаю. Кстати... Я запрыгнул наверх. Димас, я бегу. Димончик, запрыгивай наверх. Ого, их сколько. Как его запрыгнуть? Вот, Димончик. Ох, ты хитрый, я вижу, как ты играл. Я спрыгиваю, бегу к тебе. Давай, Димончик, вместе. Они окружают. Надо, короче, их с высоты сбрасывать. Как их много, их очень много. Димас, беги! Я бегу! Этот чувак залип тут, ну ничего. Я говорю, они просто делают нам эти... капкан, ловушки. Блин, Димон, он невидимый становится. При мне невидимый, а потом видимый. Я знаю. Они зависли тут. Пацаны, что там у вас? Еще один к ним присоединился. Давай, может, гранату кинем хоть один раз ядовитую, отравим их. Давай. Ну что, держите, кабаны. Кидай. Оп. Димас, их не берет! Он еще и побежал от гранаты! Ну смотри! Ну так нечестно! Он мстить бежит! А, я не выбегу! Я выбегу! Смотри, мигает там что-то! У него какая-то дискотека, что ли? Бежит! Оп! Да ну умери ты уже, высота большая! Умери! Где он? Вот он! Да ну сдохни! За мной бежит! Я его не вижу! Да что ж ты так пугаешь, кабан! Ого, их тут! Ты что? Где видел, сколько их тут, Димон? Они тут танцуют, у них тут дискотека! Не-не-не-не-не, они зависли! Держите, кабаны! Вонючие! Зависли, да? Ого! Димон, иди посмотри, быстрее пропустишь все веселье. Их не трупы подлетают. А, вижу. Ух ты. Ну давай, у тебя получится. Давай. Ну, откуда? Я тебе говорю, беги. Блин, жесть. Тот до сих пор прыгает. Один остался, да отвали ты от меня. За тобой бегут. Не, все, они отстали. Отстали? Отстали. А если... Ого, сзади. Блин, невидимый. Головой ударился. Беги. Бегу. Вот он. Вот он. Это, походу, самый дикий. Он самый умный. Такое ощущение, что человек играет. Ну нет, ребята, это NPC-шки. А чё за мной-то? Всё? Вот он здесь где-то должен быть. Так, я его отведу к себе. Спасу тебе жизнь. Фу. Ребята, напишите в комментариях, кого вы хотите, чтобы в следующий раз мы поставили и поубегаем. Будет интересно почитать. Мы все сделаем, как вы напишете. Димон, я их к себе веду. Давайте, все ко мне. О, они тут застряли в проходе. А нет, не застряли. Блин, их много! Димон, сколько ты их поставил? Штук 50, что ли? Штук 20. Я понял. Ну да. Чё, кабаны, где вы? Где они?
Вот-вот. Они как будто плывут, а не бегут. Опа-опа-опа. Их очень много, блин. И все прыгучки заняли, все самые места крутые. А, орда целая. Беги. Я запрыгнул наверх. Зачем? А меня, а я что? Я честным путем. О, тут тоже лианы есть. Так, все, Димас, мне хана. Я вижу тебя. Димас, спасайся, беги. Я буду смотреть, как ты умираешь. Они туда, кстати, не заходят. Я обманул тебя. Классно, классно. Так, я там выпустил некоторых из ловушки. Так, Димас, ты где? Я хожу здесь на втором этаже и спрыгиваю вниз и бегу. Бегу, бегу, давай. Бегу. Блин, надо их как-то заманить и поубивать. Как они умирают здесь? Они прыгают с высоты. А кто ты ножами? Это ты ножами кидаешься? Нет. Димон, они ножи по мне кидают, клянусь. Они в тебя ножами кидаются. Я первый раз такое вижу. Ты чё, ножовщик? Сейчас кинутся в тебя ножичком. Оп. Ну они медленные, они медленные. Я их, короче, сейчас заманю и поскидываю. А, слышал у вас такой звук? Да, смотри, Димон, я выхватил, как их убивать. Ножички, из них ножички выпадают. Прыгивай, спрыгивай. И еще двое. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт Макс и Руся. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. И сегодня мы играем на карте Школа Балди. Будем убегать, мочиться и веселиться. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Дима, ты будешь спамнить или я? Ну, можно вместе. Давай, давай одновременно. Давай. Ты готов? Да, подожди. Сейчас. Я еще пока не готов. Так, давай, с первой готовься. Части сначала, да, поставим? А я буду со всех рандомно ставить. Так, давай, я ставлю уже. Все, первая волна пойдет, да? Ну да. Ой, блин, вот я ума взял, поставился. Извините, так бывает. Подождите. Вот это мы красавчики. Сразу видно, что мы умные люди. Поставили себе в лицо и умерли. И сразу погибли. Все. Так, ну что? Так зато интереснее, они на карте, теперь можно помочиться. Так, Димас, вот я рядом с тобой, давай будем убегать от них. Я буду поубегать и мочить их, но не сильно. А, ты будешь их убивать? Конечно, если они будут меня пытаться убить... Все, давай, ты меня охраняешь, а я буду убегать. Ну, иди вперед. Иди, не сыкай, я так 100 раз сделал. А, Димас, там кто-то есть. Блин, Димон, я не смог тебя защитить. Да я и себя не смог защитить. О чем там говорить? Да ладно, ладно. На самом деле... Брать все на свои руки. Я проверяю, мощные они или нет, они мощные. О, какой классный дробовик я нашел. Сейчас буду выносить. Мы на раз с тобой одинаково дробовики, да, взяли, как обычно? У тебя такой? Димон, видишь, мы с тобой одинаково думаем, даже дробовики взяли одинаковые. Но у меня чуть-чуть лучше, видишь, у меня ручка не потертая. Да. А, у тебя тоже не потертая. Ну ладно. Ладно, иди, иди, показывай, где они. Показывать? Это, кстати, я в этой школе. О, идет, мочи. Какого фига рикошет в лицо прилетает мне твой? Красавчик, Димас, мне прямо в спину настрелял. Взаимно, взаимно. Так, вот, еще один бежит, давай, гаси его. Мужик, иди сюда. Он подзастрял что-то. Давай поможем ему. Давай, помоги ему отзастрять. Так. Чё орёшь? Орёт, орёт еще. О, вот это мясо. Сзади, сзади. Ого! Нифига себе, что у него за огнемет в руках? Чё у тебя за пистолет китайский? Это волшебный, какой-то китайский, с Алиэкспресса. Алиэкспресса. Нормально, $50. Пойдет. Проверяешь пульс? Да, да, вроде на верочку, все четко. Диман, мы всех убили. Оживил его таким способом. Так, что, реально всех убивали? Да, все, пора спамнить вторую волну. Ох, вы взлетели, красавчики. Давайте это, ставьте. Ой-ой-ой-ой-ой, это же... Я чуть-чуть, Диман. Я немножко поставил и все. Все, я буду отсюда начинать. Нашествие пурпурных челиков. Да-да-да, челиков. Сейчас мы... Так, сейчас мы нормально постреляем. По этому. О, да что? Че там, как? Димон, сильно валят, а? Да, я возьму помпу какую-то. Все, я их иду мочить. Дробовик, давай, ты же вроде крутой. Блин, говно, дробовик. Винчестер. О, винчестер, вот это уже другое дело. А! Ты что, жестко? Советую, Димас, тебе взять винчестер, он с 3 пули убивает. Че, как терминатор, что ли, недоделанный? Ча, он еще так крутит классно.
Я разозлился на них. На тебе в руку настреляю сейчас. Так, у нас ты Бенди или не Бенди? Я лучше, чем Бенди. А я не знаю, кто. А, я Диппер. А где этот чпокемон? Где ты, где ты? Ого, кто-то стену простреливает. Да я. С этим вас. Я разозлился на них. Что-то... Смотри, Диман, что-то за тряпки лежат. Ну это так, полы протирать. Понял? Так, Диман, я очищаю карту и спавню еще. Ты готов? Давай, я тоже поспавню с тобой. Дима, что ты сделал? Я не специально, я не специально. Они меня окружают. Я буду на улице сражаться. Куда ты идешь? Очень тесно. Я вокруг школы бегаю. Во, вижу вас. О, манглихи идут. Диман, помогай! Нашествие манглих! Помогаю. У меня вон такой офигенный. Ты какая умная, ползает. Че она, когда умирает, встает? На-на-на-на-на-на-на. Класс. Класс, пацаны. Крутое мясо. Так, все четко. Как-то ты что делаешь так нечестно? Пулемёта буду зажимать. Диман, у тебя не подлагивает все четко? Лагает этот пулемёт такой. Нормально, тащим. Ого, их там. И что, столько много поставил? Че такая слабая? Вот ты смотри. Так, Димон, давай, помогай мне. Да кому тебе? О, у меня есть граната-дрыщалка. Давай, показывай. Сейчас. Мужики, держи. Против этих челиков мало что поможет. Поможет. О, вот такая граната есть, смотри. Поможет. Блин, ну это самоубийство. Убегать. Побежали. А что такое не взяло? Да. Классно все происходит, конечно. Я буду мстить. Куда ты бежишь? Димас, смотри, что сейчас будет. Сейчас будет эпик. Димас! Блин, не успел мой взрыв сработать, вот жопа. Ой-ой-ой-ой-ой, какой взрывчанский. Это удар с космоса. О, а что они тут чамбу танцуют? Давай им поможем. С космос. О, а что это они тут делают? Держи. Смотри, что чудят. Мужики, все, вечеринка окончена. Он нормально, мы их раздуплили. Круто. Они еще и дергаются. А что такое? Они все. Это просто такие... Остатки дискотеки, я понял. Остатки дискотеки, классно. Так, давай карту обнулю. А, Димас, ты что, марионеток поставил? Да, это же волна, где марионеток надо... А чё они дверь сожрали? Нифига себе, такая банда пришла, съела и убежала. Так, надо вот тут стоять. Какие-то. Сейчас они придут. Я знаю, как от них спрятаться можно. Давай, запрыгивай. Фух. Ребята, запрыгнул, еле-еле. Диман, я иду к тебе. А, они ко мне. А, блин, а! Я испугался. Серьёзно? Блин, да как это? Я иду себе по дороге и не вижу, я слепенький. Так, прыгаем. О, я Димон, где глобусы? О, я так, их за окном вижу. Я на улицу, давай возьмем остановку. Я вижу тебя, я вижу. Я иду к тебе. А, марионетка, подожди, давай помиримся на секунду, временное перемирие. Я тебя убивать не буду, наверное. Так, я бегу, всё. Димон. А ты налево или направо повернул? Я на улице. Я на улице, гениально иду. Я слышу тебя, иду на Тулган. Я, короче, где тут горка, брусья какие-то. Все, сейчас будем качаться. Да. Тут одна марионетка, но она очень приставучая. Она не уходит. А, блин, не в ту сторону пошел. Трется об песочницу, короче. А вот сейчас повернулась. Она, в общем, танго танцует. Я не знаю, что она делает, если честно. Так, Димон, я приближаюсь к тебе. Опа, на, марионетка, а ты меня тут не убьешь. Ты в курсе? О, Димон, я тебе сейчас это, батона принесу, сейчас, стой. Батона? Спасибо. Все, Димон, а тебе этот хлебушка несу с кухни. Хорошо. Будешь хлебушек? А марионетки принесешь? Хлебушка? Не, только тебе. Железного чего-нибудь. Димон, я тебя вижу, открой двери. Вон я с хлебом, видишь в окне? Димас, как? Я тебе открою. Так, секундочку, мы сейчас избавимся от этой марионетки. Диман, хлеб немножко не чистый уже, ну ладно. Так, давай-ка посмотрим. Вот, чё, кушай. Упал, кушай. Так он в песке сейчас будет. Да не, я его обтрусил. Новый вкусный хлеб. А где остальные марионетки? Ты что, их убил?
Нет, только одну убил, он, видишь, сам. А где все, пошли их искать? Да, пойдем, пойдем. Теперь надо за ними охотиться, а не они за нами. Все, поменялось. А у тебя есть скример или нету? Да, есть, есть. А у меня нету. Так, слышишь? Я тоже ничего не слышу, пойдем. Погнали. Опа, я слышал стрелы. Где-то они должны быть здесь. Смотри, сколько там марионеток. Ого, привет! Чувак. Ого! Взрывай! Ай, больно! Пойдет? Да. Ого! Вот это, Димон, ты бешеный. Еще можно вот так. Ого! Неплохо. Вот это круто, пати нормальное такое. Туса. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, все просили, чтобы мы записали войну с аниматрониками, так что, ребята, все сейчас будет, если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Поставим парочку. Для начала таких. Смотри, я думал, он сейчас оббежит. Давай, короче, Димон, как тогда по столам будем паркурить. Давай, паркуристы паркур. По столам. Оп. Опа, первый пошел, я пошел, Бонька пошел, Чика пошла. Блин, они прикольно, один за тобой, один за мной. Класс. Ах ты, блин! Да я подошел близко сильно, я испугался чуть-чуть. Ладно, лечу. Сейчас все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, чтоб меня не убил. Меня Чика Димас обошла и убила. И грохнула. Я понял. Да. Димон, я за тебя отомщу. Она побежала к тебе! Она туда побежала. Вот она бежит, она бежит. А где мой Димочка, покемончик? А ну давайте. О, по ушам. Четко. Ой, какие они громкие. Но это классно. Так, Димончик, это было слабо. А ну да, я ее трупышин тут. Пули остаются классные, такие выстрелы. А ну, с дробаша. Под стол ее, да, заковырял? Бонька. Ох, исчез, исчез. Так, я на столе буду стоять. На сцену лучше не заходи, потому что они на сцену могут забегать. Могут, могут. О, можем сейчас их в подвал погнать. В подвале замочим. Давай теперь четверо. Мои там что-то это стол лежит. А, это Фредди. Да. Сейчас он исчезнет. Так, давай. Все, Дима, запрыгивай. Запрыгиваю. Блин, перепрыгиваю стол от страха. А, я не могу запрыгнуть, что такое? Там стол Фредди мне мешает. А Дени? Фокси, что с тобой? Ах ты, блин! В этом и есть прикол игры Гаррис Мода. Мне нравится, круто. Так, я возьму пока мощнейшее оружие с Дума 3. Возьму свой любимый дробаш. Во. Ого. Так, кстати, а где идет, этот? Димас, ты же терминатор. Тебе идет. На. Димас, так, беги. Еще один. Фредди побежал. А он за меня не агрится. Ой, Димончик, извини, блин. Я не хотел, честно. Это так получилось. Бежи, бежи, Димон. Побежали в подвал? Давай их в подвал загоним. Да, а ну, давай, идите давай, сюда, давай. Сыкуны. Но! Димон, беги! Не, он не идет сюда, Димончик, он не идет. О, есть, я от выстрела, от страха стрельнул. Короче, только наоборот. А что, они попадали тут просто? Они, может, отдыхают? А ну, вставай! Вставай, говорю! В школу пора! Это, ребята, 2 сентября. Коля, в школу, ма, не хочу. Я сказала в школу. Дробашом в лицо. Быстро, быстро, да. Быстро, быстро, чисти. Так, давай. Вторая волна у нас будет в подвале. Пожестче будет. Чика. Фредди. Они еще по ступенькам будут? Три прям грамотно ходят. Беги, беги, беги. А я спрыгну здесь, когда она забежит. Она не ко мне пошла. А где Фредди? Пошла. А где? А вот Фредди. А ты чё застрял тут? Я отомщу за всех детей. Да. О! Откуда вам взялся этот челик? Дима, вторая волна самая жесткая, мне кажется. Я тоже выбегаю. Они сейчас оттуда побегут за тебя, Димас. О! Фиолетовый челик! Беги, Димон, беги! А он не идет ко мне. Засал по-любому. О, блин, Димон! Я от страха кого вижу стрелять. Вот это у меня реакция, согласись, четко. Блин, ребята, это смешно, конечно. Ты говоришь, они бегут. Я думал, это он, а это ты.
О, они тут застряли все. Так, давай. А, ты челика убил. Ну, ребята, смотрите, как Бонни разлегся. Бонька, вставай. Ляшки развалил свои. А ну да, это... О, давай по табличке постреляем. А ну стой, по табличке будет что-то? Да. Кровавая табличка? А ты что там ходишь? А, он шпаклюет стены, ремонт делает в пиццерии. Ты что тут лазишь? В голову, в притирочку. А ну ушла отсюда. Димас, сейчас будет жесткая волна, так что приготовься. Так, я готов. Готов. Жесткая так. Ого, ого! Димон, ты что, псих? Так, давайте оружие. Давайте пилой попробуем запилить. О, я попадаю пилой! Окружили! Блин, не попадаю пилой, а близко боюсь подходить. Ладно, Serious M2. О, ребята! Блин, головешка. Ладно, сильно имбовое оружие. О, это дробовик. О, мне кажется, он слабее. О, Димончик, что-то за пингвины прилетели. А, дамажит! Голова, голова, голова! А ну, это дробовик. Ну, Димончик, ты вообще имбу устроил, что... Это какая-то жесткая война у нас. Расфигачили всю пиццерию. И базуками, и шмазуками. Так, хорошо. А я знаю, кого ты сейчас заспамнишь. Кого? Ну, я не буду говорить. Я просто знаю марионеток. Нет. Не, блин, не угадал. Опа. Опа, спринтропушки. Ну чё, побежали за мной, народ. Погнали. Все в подвал. Все в подвал, все в подвал. Все в подвал. Димас, беги, беги в самый низ, Димас. А, блин! Говорит, самый низ, беги. Димас, так. Беги за мной, быстрее, сюда, 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 сюда. Взял пулемет, бегу, бегу, бегу. Димас, сзади. Так тут тупик, куда ты нас привел? Димон, не подпускай никого. Не подпускаем никого. А я убегаю. А, смотри, смотри, кто тут у нас уже подрывает. Давай попробую его запилить, а ну иди сюда. Башка пустая. Блин, ну не достаю чуть-чуть. Ну, ну ухи хоть посверлю. Ну не достаю, блин. Давай, давай, гостим, по старинке. О, сузи, о, я тоже такие уздишки взял. Погнали. Давай, давай. В 4 ствола. Офигеть. А ты чё, Фредди, смотришь на нас тут? Твои кентов мали, мочи. А куда еще есть? Ты не... Мы не всех убили, что ли? Возможно, здесь еще кто-то. Давай смотреть. Давай смотреть, давай смотреть. Так, давай пойдем в тот тупик, посмотрим, есть ли там кто-то. Иду. Там никого. Так, походу все чисто, Димас. Все, очередную волну прожили? Фух, это было жестко. Это было круто. О, Фредди, кошмар. А нет, в темноте пока что кошмар. Жесткая, жесткая волна. Так, а я побежал. Куда я побежал? Побежал в подвал. Давай. За мной, за мной, за мной, за мной. Ого, она быстрая, вы видели? Нереально быстрая. Все, Димас, я убегаю. Я просто бегу. Она бежала, бежала и передумала. Это очень странно. Нет. Ага, не-не-не-не-не. Димас, я прикрываю тебя. Живым не дамся. Беги, 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 Димас, беги. А ее нету, она отстала, она отстала. Нет! Нет! Нет, 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 нет! Ребята, я убегаю в притирочку! Просто на соплях! А, спасите! А! Блин, тут плюш-трапы, Димон! Зачем ты их много наставил? Блин! Везде! По всей пиццерии! Просто по всей! Отойди, со снайпера! Пластиковая голова! По ушам, по ушам! Отлично. А теперь мы будем еще глумиться над трупами. О, смотри, челик их не пришел. На, убили. Ого, он разлетелся. Загасите, так сказать. Не лежите тут. Тут нельзя лежать. О, там еще бежит челик. О, шар, 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 полетел. Ого, ты псих. Живой. О, меня, я сам себя убил. Похожая ситуация. Фокси. Вот. Димас, их тут еще много. Сзади, Димас, сейчас тебя присадят. Ух ты, не пугай. Их тут много. Я из Дума беру оружку. Я тоже возьму с Дума. А, возьму... Свой любимый дробаш. Возьму плазмоган. Ух, на раскорячке.
Так, не помогает. Хорошо. Другой. Ой, я вижу, я вижу. Кошмар пришел. Их вообще ничего не берет. Что-то оружие это какое-то плохое. О! А это дробовик. Кошмар пришел. А ну, Дима, давай его за собой погоняй. А ну идем за мной. Идем, 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 секунд. Та-ра-та-та-та-та-та. Давай, давай. Ух ты! Блин, не ожидал. А че он такой быстрый? Он, короче, медленно, медленно, а потом хоп и резко ты отвернулся. Фу, у меня аж сердце опять закололо. Очень нельзя быстро. Так пугаться. Очень быстро с тобой побежал потом. Вот он. Ты чего меня тут пугать вздумал? На хедшот дробовиком. Там мелкие еще, мелкие. Мелкие, мелкие. Вижу, да. Вижу, вижу. Сейчас батю он позовет? Это ж он батю зовет сюда. Да, да, да. Надо подальше от него отойти, то я его батьку боюсь. Батя жесткий, да? Сейчас, подожди, я заряжусь, челик. Пулемет. Это мощный пулемет. Плюс трапа больше зуба, чем у больших аниматроников. Так, убил. Есть. И батю не успел позвать. Вы победили? Ну, Димас сам напросился. О, нет! О, нет! Я их боюсь! Зачем так много? Я, короче, попробую на тот стол. Ох ты! Шка! За спинашка! Ну, идите сюда. Малолетки. Ого, их! Димон! Беги! Они по кругу бегают за тобой, это прикольно! Это смешно. Ух, Димон! Я их всех перемочил. Пойдем. Так, вот. Димон, у меня еще есть один скример. Она кушает, не мешай ей. А, кушает, да? Ну ладно. Я кидаю гранату газовую, Димон, ей. Димас, еще мелкий остался, тут мелкий еще бегает. Ох, ее колбасит. Мелкий, мелкий, Димас, остался. Походу, мы забыли про мелкого. А он бегает себе, бегает. Думаю, то что вы меня не замечаете? А, кусает, кто тут шипит? И тут еще газ, боюсь, что сольюсь. Ого, ты решил тут разбомбить сюда, я тоже постреляю. Димон, у меня еще один скример есть! У меня скример марионетки есть. Понял. Хорошо, есть вот такая граната. На, я ей в башкенцию. А где мелкий дрыщ? А убил я его. И всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Серега. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 1. Я ее нашел в воркшопе сегодня. Серега, поздоровайся. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники гоняются за нами». Так что Серега будет спамить, потому что я наставил кучу здесь освещения, спаунов. А Серега у нас будет сегодня вредитель. Ставить куча всяких аниматроников. Засранцев. Засранцев, не так, как просто это сказать, наверное, правильно тогда. Ну и будем начинать. Если пьете, кушайте. Приятного аппетита. Погнали, Серега. Веселиться. Сначала просто поубегаем, а потом, если что, что-то попридумываем. Так, ого. Там лимит стоит, штук 100 вроде бы. Это первая волна, да? А немного для первой волны? Не, мало. Так, пацаны, давайте. Все бежим в подвал, встречаемся в подвале. Кто первый, тот красавчик. Кто последний, тот козявка. Фонарик включаем. А, не, тут видно что-то. Так, я в подвале, тут еще ниже есть. Еще ниже. Это Мефилис. Во, я на бочке. Они тут не достанут меня. Классно. Он кряча бежит. Так, пацаны, ой-ой-ой, сейчас кто-то умрет. Крячка сдохла. А, кряча упала и умерла. Так, подожди, а что они сюда не бегут? Сейчас прибегут, я чувствую, толпа бежит. Нет? Пацаны вздыхают и вздыхают. А нам ничего. Серега, а ты за этого Папайруса играешь? Да, я Папайрус. Вот у нас сегодня, знаешь, Серега, режим выше земли. Царь горы. Или царь горы, да? Так, тут тупик. Или это, пол это лава. Ага, пол это аниматроник. Фредди побежал. У меня фонарик забрали. Нет! Блин, какой-то челик меня толкнул. Во! На эту бочку легко запрыгивать. Отлично! Они бегают здесь внизу. Они нам ничего, да, наверное, есть не сделают плохого? Фонарик забрали. Наверное. Вот жлобы. Хорошо, что я поставил свет. Ой-ой-ой, Серега, я вижу, как ты там ходишь. Ого, они на меня все сагрились. Я к Сереге бегу. Аккуратно. Так, они там толпятся. Че, застряли? За мной что-то боньки идут.
что-то они слабо совсем. Не, кстати, вот тут они уже гоняются, пошла. Они ну, зря упала опять кряча. Так, я наверх. Фонарика нет, украли. Я самое дольше, наверное, прожил. Потому что пацаны. Я живой первый. Еще, и я живой. Ты еще ни разу не умер, что ли? Нет. А это законно? Да. Понял. Думаю, что да, за мной Бонька бежит, правда, ну, а так законно. Ой-ой-ой. Так, хорошо, что нас стали. Ух ты ж, моя мами! А ты где, внизу там? Я внизу был, решил подняться наверх. Ага, а здесь вообще жопа. Ой, мамочки, я, кажется, это навожу кучу штаны. Так, пацаны на столах стоят и боятся спрыгнуть. Серега, привет, как там у тебя дела? Ты я где? Вниз. Я вниз, я вниз. Ах, блин. А что такое? Какая-то стрёмная волна, очень сильная. Так, где тут кухня? О, чё они не идут за мной? Тимас. Что, что? К аниматроникам подключаются старые добрые друзья. А ты марионеток много поставил? Да, прилично. Фух, вовремя я запрыгнул на стол. Ребята, это просто доли секунды, а я бы слился. Ну и чё ты их наставил, и ничего. Просто ничего. Просто гоняются. Какие-то они бешеные. Я, наверное, даже если я спрыгну, я доли секунды пробежу. Проживу. Давайте попробуем, смогу я через вентиляцию убежать. Раз, два, три. О, я живой. Я живой. Офигеть, они меня не могут догнать. А! Блин, жопа. Догнали. Я ж дернулся. Я в туалет. Серега, как у тебя там дела? Нормально все? Живой? Да, я тут валяюсь, дохлый. Ого. Нифига себе ты их сколько поставил. Не так, в туалете, да? Ты? А, я вон, я вижу, ты же тоже слился. Чё, Серега, сыкаешь, да? Да, мне смотри, надо спасать ходить. Я не боюсь никого. Они застряли. Они просто стоят. Друг в друге. Ах ты ж, блин, откуда она взялась? Хорошо, зацикливается анимация. Стоит себе, просто стоит. Давайте какую-то оружку легенькую возьмем, кроме админского пистолета. Не, это не особо. О, я попробую спайдер-модом на другой стол перепрыгнуть. Челлендж. Так. Эх, еще раз. О, Серега, я могу прилипать. Ты где? Я это, в спайдер-моде. А вон, я тебя вижу. Смотри, они гоняются со мной, я успеваю убегать. Смотри, смотри, смотри. Опа. Чпон. Димас, отвлекай их, я пока вниз стреляю. Смотри, Фредди стали все на проходе. Есть, я успел. Чего раньше так не придумал? Так. И летай над потолком. И смотри, как пацаны. Немножко читерски, может, но в этом есть прикол. Так, 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 так. Бегут за мной, быстрей. Летай, 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 летай. Серега, ты можешь так, как я? Ты где? Так я на потолке. А вот ты где? Ах ты жук вонючий. А чё я жук вонючий? Я спайдер-модер. Спайдермен, спайдермен. Он вонючка. А, я упал, еще раз. Так. Я, пожалуй, заморожу аниматроник. Уго. А, вот так прям можно по чуть-чуть. Офигеть. Классный мод. Убивается. На изично. Вот ты спринтрапов поставил? Да. Мне это нравится. Так, что-то ваши бомбы не замораживают. Я не могу аниматроников заморозить. Ой, я знаю, какую бомбу надо. Она реально классная. Вам понравится. Сейчас, 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 сейчас. Нейтриновая? Нет. Вот. Вот это вот. Она не убьет всех, но она очень классно взрывается. Пацаны, бегите. Ой, мамочки. Бегите, ух ты. Ой, тут все горит. Пацаны, ну как вам бомба? Мне понравилось, да? Классная. Так, сейчас, пацаны, две штуки взорвем. Мне кажется, надо две взорвать. Они живые остались. Блин, взрывайся. Я в эпицентре. Ай, жесть. Еще одна, Серега. Блин, так эпически они взрываются. Мне сейчас 100 серии понравились они. Блин, Серега, почему их не убивают? Что потому за... что это газовые бомбы. Она мне нравится по эффектности. Она и не вылетает никогда. Ой, я знаю, что можно еще взорвать. Стой, может не надо взрывать ничего? Вот это что за бомба?
что за... Что это? Это пердежная бомба. Я хочу таких пердежных бомб много штук взорвать. Так. Не, они какие-то слабые. Я думаю, они хоть немножко хп тратят, нет? Надо комбайновую бомбу. Нифига себе, от них эффекты классные. Так, пацаны, я спрыгиваю. Где они? А ну идите сюда. Блин, у меня скример на лице. Ух ты, жесть. Ого, это что это такое за бомба? Да комбайновая бомба. Сейчас кто-то еще будет? Да все уже. Прикольно. Ой, Димас, это ты эти бомбы поставил? Да. Я тебе помогу. В активации. Да так ты не активируешь. А как это? Вот активируется. Ого! Такой эффект классный. Я а вот эта тестовая бомба, это что? Ого, это тестовая? Нифига себе. Или топливо. Серега, ну ставь еще аниматроников. Да нет проблем. Сейчас будет. Так, а мы сейчас взорвем. Раз. Давайте, не знаю, вот так, наверное, положим их в рядочек здесь. Это, ребята, вот эти бомбы мощные, тест. Которые Сереге, наверное, очень понравились. Я не знаю, что будет с горизонтом, но мне кажется... А, ну это ядерные бомбы. Нет, так а что я их взрывал, они не ядерные. Это ядерные, это самая слабая ядерная бомба. Это тестовая. А чё не катятся? Тут полы, короче, жамшут делал. Полы кривые, Серега. Под уклоном пиццерия. Ой, а может их активировать знаешь чем? Сейчас. Оружие. О, НТТ, наверное, вот тут где-то оно еще, я помню. Я знаю, чем активировать. Чем? Ого, их! Еще ставь, или хватит. Ой, ребята, что сейчас будет, я не знаю. Готовьтесь. Ого. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Всем нравится, когда мы убегаем от аниматроников. И сегодня у нас серия, где будут у нас догонялки, убегалки и веселялки. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Димон, давай, начинаем. Классно сказал. Главное, хорошее настроение. О! Блин, хотел поставить мне... Чика. Дим, блин! Ну я прям в руки ему запрыгнул. Ну ладно, ладно, я поддавался. Мы расслабились с тобой. Давай, собирайся. Маса, ты поставил еще? Нет. Они плодятся, нет? Димон. Блин, а что они реально плодятся? Димон, я тебя вижу, смотри, где я стою. Да ты на крыше. Так, опа-на. Я Бенди попрыгнул. А, по лианам. А как ты так? Ты на shift прыгнул так? Димас, а ты тут лучше долго не задерживайся, так как здесь тоже аниматроники ходят. Я бегу вниз. Так. Все, пошло. Дима, только не удаляй, будем добавлять потихоньку их. Удалять не надо. Напугали меня. А я живу. Живее всех. Так. Давай еще чуть-чуть добавлю. Первая волна будет. Потому что она слишком легкая какая-то. Вот, добавил одного из четвертой. Все. Ого. Зашел из переулка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух, Димон, их много здесь, а мне нравится. Настоящее выживание. Да, выживание. Первый раз мы сдохли, это было разогревочка. Опять так же само попался, Димон. Все, поймал. Ах ты! Кремачок. Так. А Бенди у меня живучий, Димас. Живет вообще отлично. А где ты, где ты? Опа, смотри, сейчас чуваков обманул. Смотри, оп. Карта оптимизирована, 4 мегабайта весит и очень не лагает. Рядом. Димон, давай вместе бежать. Бенди, ты куда бежишь? Да вот я тут. Ты как, Диппер, как поживает твоя сестра? Нормально. Нормально, книжки читаете? Мейбл еще, где ты мою сестру не видел, не? Не, надо где-то должна быть замки, наверное. Промахнулся! Да что ж такое, третий раз! Так, Димончик, ты где? Я такого не ожидал. Я вижу, вот я, вот ты. А вот мы. Событий. Так, переходим к следующей волне, давайте этих уберем.
Давай-ка следующих ребяток. Я лучше пока взлечу, чтобы они меня не трогали. Сышь, да? На начальном этапе, да. О, эти прям поярче бегают. Ух, да, все, Димас, да. Я погнал. Побежал. Все, Димас, это не считалось, что сейчас умер, давай заново. Все фигня, да? Да. Миша, все фигня, давай по новой. Прикол есть такой угарный. Так, балунбот что-то у нас по воздуху ходит, левитирует, молодец какой. Я тут вокруг колонны буду медведей. Давай, я смотрю, как ты живешь. Ой. Фиолетовый Димас, а челик ты смотришь? Поставил? Ах ты читер! Забрался на крышу. Я полина ляном. Горает надо мной. Все, я спрыгиваю. Из последних сил сражаюсь. Бонька разбился. Димас, беги, я за тебя. Там еще мангал две ползут, еле-еле. Балунбой, не читери, слазь. Черепахи. Димон, они все за тобой. Давайте, пацаны, бейте его. Целыми коридорами они... Так, идет. Нет, пацан! Да как? Что ла как? Они идут за тобой. И Чиха такая резко поворачивается и думает, да ну нафиг он мне всрался. И меня убивает, да как? Так, я сюда пришел. Дима, ты что-то нажал там. Фух. Дима, здорово. Я тут полетать решил. Суперспособности использовать свои. Ладно, больше не буду. А то я читером. О, Дима, как ты думаешь, смогу я запрыгнуть на тот столб? А я не знаю, где ты. Вот, смотри, запрыгнул. Ого. Давай, Дима, с Лианов ко мне запрыгивай. Так. Лох. Не, нифига не получилось. Давай пробуй заново, может получится. Ай-яй-яй. Они тут уже окружили со всех сторон, у них тут эти баррикады везде из аниматроников. Так. Балунбой ржет. Так, давай чуть-чуть добавим. И одну марионетку поставим, одну шинку. Не, давай две, ладно, так уж и быть, чтобы веселее было. Димон, ты видишь меня, не? Димас, за тобой марионетка и за мной бежит. Димас, беги! Давай, я бегу, покажи. Я на стенке прилип. А, быстрее, суперспособность. Блин, читерю я, но это нужно, чтобы выжить. Так. Димон, беги, где столб, я тебя там жду. Димас, здорово, я над тобой. Я на ляне висю. О, давай попробуем спуститься, чтобы они прямо возле ног бегали. А ну тихо. Так, ниже. О, смотри, я сейчас, короче, буду пяткой бить по голове. Смотри, сейчас. Во, смотри, Боня мне чухает пятку. Ай, как хорошо, Бонька, давай, чеши. Димас, я даже ниже тебя, офигеть. Я ниже. Нет. Я. Я ниже. Да ну нафиг. Я хотел, понял, отпрыгнуть и убежать. Тебя тоже убили. Меня тоже, да. Ну не так обидно. А, обидно вообще-то. А, ну в принципе я второй, мне не обидно, да. Тебя поймали. А все не могут. Они не могут догнать меня просто. Я очень быстрый, я как молния Бенди. Молния Бенди? Да. Так. У него на хвосте как будто такая молния. О, не молния? Он как чертенок маленький. Я тебя не вижу. А я просто бегаю кругами, нарезаю. О, видишь теперь меня? Да. Посмотри, какая тут, это, за мной стройная чика. Ой, это марионетка бежит. Да, она за тобой. Давай, гони, кусай. В лицо прыгнула мне, о, гайот какая. Ля, какая красотища. Чика, отвали. Так. О, молодой, ты тут? Давай. Стой, они не зайдут. Блин, тебе забежали прям сюда. Да они читеры. А, ты думал, ты там скроешься, к тебе залетели. Опа-на. Чика такая говорит, ага, от меня скрыться, да, думал, да, значит. Вот говно, не могу запрыгнуть. Ляна еще выше есть. Можно, кстати, паркурить нормально. Ну давай. Гипер, что ты так слабо прыгаешь? Масса, ты сюда на башню какую-то на эту залезть можешь? Смотри, где я. Вот, за тебя был. Вот. Так, сейчас попробую.
А как ты залез? А я без этой способности залез. Так, 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 сейчас. Чё, не догадался, Димас? Ты отсюда аж запрыгнул туда сразу. С помощью этой крыши можно. Смотри, Димас, иди сюда, покажу тебе, смотри, иди сюда. Так, давай. А, я догадался бы, но не сразу. А потом так допрыгиваешь просто. Не смог. Сейчас попробую, смотри, я мужик, еще дипер тот. Да ну, я контрол забываю нажимать. Они, Дима, здесь не бегают. Я понял, что я не допрыгиваю. Вот говнюк, какие. О, Дима, смотри, где я. А, блин, мимо крыши. Я вижу тебя. Вижу, где ты. Ого, у меня скримеры. Так, все, эта волна пройдена. Фух, ты их удалил. Даже немножко испугался. Перейдем к следующей. Так. Давай спрингтрапов с разрушенными. Так, ну давай. Лечу только. Так, мужики, давайте, погнали. И спрингтрапов еще поставлю. Ну да, жесткая волна. Ух, я согласен. Она такая потненькая будет. Сейчас мы будем так убегать прямо изо всех сил. Я уверен. Так, Чика опять ломает стулья. Так, я не упал в этот раз. Вот, я тебя, Димас, нашел. Бейте его. Не, мне нельзя. Блин. Я что-то Бенни, у меня есть своя стиральная машина. Ой, чернильная машина. Блин, Димон, я за тебя не прыгнул. Вот ты подписал меня. Твоя стиральная машина. Стиральная машина Бенди, только у Димона покемона, недорого. Блин, постираться можно, на ура. А ты, Димас, думаешь, что у меня перчатки такие белые? Я стирал их. Так, я все-таки хочу на грибок запрыгнуть. Какой грибок? Вот. А, это грибок. Ну не гриб. Беседка. Ох, толпа какая, спринтрапов прибежала. Смотри, что делает. Так, смотри. А как они меня так поймали за километр? А, они меня не поймали. Это скример был, ты живой. Спрыгивай, секунд. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись. Блин, это классно. Пацаны, а чё вы за Димасом не бегаете? Я добрый. А, все, за тобой сейчас побегут. Да не надо за мной бежать. Головашка. Головашка. Ого. Вот это, конечно, жестко. Они невидимые сейчас будут. Давайте, мужики, я здесь. Пацаны, ну что вы там склеились? Давай их сюда поведу. Давай, веди так, их. Так, все за мной. Я добрый. Она меня не убила. Что-то они, Димон, плохо бегают с этой части. Блин, зато они такие жиробасы. Они крутые. Ого, пацаны, вы чё тут? Убейте его, убейте. Повёл детский сад на прогулку. Пацаны, давайте гулять. Давайте я вас наверх подниму, а то вы никудышные ребята. Во, побежал. Они как-то на месте буксуют. А нет, не на месте. Так, тебя, я смотрю, уже загасили. Давай уже. Ай-яй-яй, вот этот Фредька, который невидимый становится, он разгоняется, у него разгон бешеный. Все, сейчас, Димас, целая армия Бенди побежит. Ну, давай ждем их. Димас, я к тебе, давай к тебе залезу. О, идут, они хорошо ходят. Смотри. Блин, тут целая куча. Ах, топорист! Парис, да, встретился? Опа-на, вот это переулок. А, фрадерист! Блин, это самая жопа полная. Мы еще такого не делали. Тихо. Димон, тихо, что ты нам делал? Это какой-то апокалипсис аниматрониксас. Не бей, пожалуйста. Они везде. Они везде! Димас, что делать? Димас. Мы выживем. Нет, я не выживу уже. Димон, кто проигрывает, тот и проиграл. Ты уже проиграл. А лицо-то радостное у меня, хорошее. Я рад. Все, Димас, ты тоже проиграл. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима, покемон Серега и подписчик. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Давно не было рубрики «Аниматроники гоняются». Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Димон, надеюсь, ты придумал классные волны, а мы будем их ловить, убегать.
и выживать. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Давай, Димон, удивляй. Димас, а как ты будешь волны ловить? Ну, я не знаю, надо Танис сказать и скачать мод на волны. Хорошо, хорошо. Я готов. Какой ФНАФ? Первый давай ФНАФ начнем. Давай, карта ФНАФ 1, значит, это будет первый ФНАФ. Так, пока стойте на столах, чтобы они вас не убили. Да. Так. Фух, я уже думал, не бегают. Немножко подиспугался. Так, так, так. Фух, я испугался, да, да. Оно. Фокси, Фокси не хочет бегать. А чё, Фокси жирный, что ли, переел? Ну да, такой. Не, он слишком тоненький, проваливается. А, понял, понял. Так. Ой, мало борща. Вот. Ха-ха, мало борща съел. Так, первая волна у нас будет, наверное, минутку, там две идти, сколько. Я не знаю, не знаю, пока... Погнали, все, прыгайте. Пока не останется один живой. Да. Текай! Все, все, все. Если что, я буду добавлять потихоньку. У-у-у-у-у-у-у, Димон, это ты подписал, ладно. Я подался, это была тренировочная. Так, осталось, Димас, три человека в живых. Первая волна пройдена, я победил. Красава, красава. Блин, я рад, что я выиграл хоть где-то. Так. Мангл ползает. Что за трупейшн валяется? Бегает. Ты еще кого ставишь-то? Не, маринетки рано еще ставить, мне кажется. Ладно, ладно, заметили, да, что я поставил? Конечно, это очень жестко. Давай спринтрапов еще там, не знаю, 10 штук. Не, у нас типа волны будут и по этим, по частям ФНАФа, вот так вот. It's okay. А я сейчас не сольюсь. Все, на счет три. Раз. О, какие шумы там жесткие. Два, три, погнали. Все, а я уже внизу, Димон, я уже спрыгнул. Димас, вот ты хитрый бобер. А как по-другому? Они все равно сейчас прибегут сюда. Во, здорово. Ты что, сквозь землю проваливаешься? Читер, что ли? Я так... Опа, там кто-то есть. Оно пришло. А, бежит, 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 бежит. Черепиздрик розовый. Есть, есть, есть. Хорошо, я еще живу, пацаны. Вы вдвоем, Серега. Да, да, да. То есть кто-то из вас выживет по-любому. Конечно, конечно. Так, давайте я добавлю вам аниматроников, а то вы что-то долго живете. Нет, что долго, минуту даже не живем, алло. Что за читер, Димон, так нечестно. Да я добавил всего 10 человек. Да я вижу, там за мной уже толпа гоняется. Серега, ты умер? Да, я умер. А, ну все тогда, Димас, ты красавчик. Я еще живу, стой, дай повыживаю немножко. У меня тут... Давай в подвал ставь еще, пока я не умру. Да, ты все-таки хочешь проиграть. Конечно, я хочу челлендж. Сколько я смогу выдержать аниматроников, убегая. Чисто здесь по кругу. Так, 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 я внизу. Ого, бегут, толпой, бегут, бегут. Застряли. Опа, а че не умирают, когда падают? Высоко, видать. Дурачки, что ли, алло. Тяжелые, жирные. С металла как-никак, вот ты. А че, где все? Мужики и мужик-чихи. Ха-ха-ха, вы где все? О, Дима, здорово. Давай ставь, я живу. Мало, мало, больше. Не-не-не, сейчас ты это помрешь. Нет, хочу умереть. Я хочу, ну, не сдаться. А, вот такашки. Все, Дима? Ну да, это было сильно многовато. Так, отлично. Так, эту волну от третьего лица попробую повыживать. Давай, Димон, фигач. Так, ну чё, получается, Димас, я первую волну выиграл, ты вторую, да? А, третью, да. Либо я, либо доктор Дэд. А может, а я вдруг опять? Я выиграю? А вдруг, ну давай, Димас, поехали, да? Посмотрим. Вдруг даже интересно. Только пук. Ребята, пишите в комментариях, кто из нас сейчас выиграет. Так, это тоже из второй части, только это сломанные аниматроники. Опа, пошел, пошел, пошел. Так... Что-то головешка плохо шевелится. Став больше. Ого, они шумят там, шипят, жужжат. Ну все. Димас, я столько вообще ни разу не видел. Ребята, все. Ставьте лайкосик за движушку. Ха-ха, класс. Спускаемся, спускаемся, все. На счет три, раз, два, три. Все, побежали. За столом уходите, а я бегу, да. Бегу, бегу. Бегу, бегу. Я от третьего лица буду играть. Немножко убегу. Давай, Димон, я в подвале тебя жду. А я уже в подвале. А, не-не-не-не-не, я передумал, не в подвале. Нет, Димас, в подвале вообще небезопасно. Да я что-то вот вижу, я... Опа! Димас снова выиграл. Я выиграл? Да. Спринт-трупы. Большая волна. Ой. На стол забежал. Я еще не начал. Так, давай я спущусь, может все-таки побегут. Мужики, я здесь. Не, подожди. Не, Диман, что-то они не хотят. Чего вы не хотите, пацаны? Не знаю. О, побежали, а что случилось? Что, прорвало что? Дима, знаешь, надо их не между столами ставить.
А об стенку бить, чтобы они прям на пол падали. Ну все, давайте, короче, расходимся, разбегаемся. Все, побежали. Потом... Бежим, бежим, беги, бежим. Беги, Форест, беги. От говнища. Кто из вас остался, Серег? Я живой еще, Димас. Так, давай, марионетка. Получается 6 штук. 8. Так, за кем она охотится? Давай посмотрим. За мной. Потом, за кем еще? За то что, я самый рыжий, алло. Вот за мной охотится одна, так. Это за кем? Да алло, отстань. Димас. Да я что за рыжий самый? О, на, лох, поехали. Отлично, отлично. О, на меня. На. Димас, все, выживаем, мы вдвоем уже остались. Да ладно, так нечестно. Да ты наставь. Димас, ставь много, просто кто умрет, на того она прям переключится, на другого, кто живой. Ну ты понял смысл. Ну все, давайте надо начинать. Да. Давай, Дима. Раз, два, три. Оп. Жопу под отрис. Я бегу со всей силы, просто, ребята, без остановки. Димас, третья победа. Я поддался. У нас еще не было волны с кошмарными аниматрониками. О, так а чё? Почему не было, Сир? Ну вот, а я вот, а кто я? А кто ты, Сир? Сир, да. Давай. Пассер. Родитель покемонов, фигач. Ого, я их что-то очкую, Димон. Большие, да, ребята? Да, они очень... Они тусуются, надо музыку наложить только, классно. А они все агрятся на Димона почему-то. А он сейчас к нам прилетит и тебя убьет. Димон, смотри, какая дискотека под тобой крутецкая. Они, короче, вот эти аниматроники, они агрятся на того, кто ближе всего. Я понял, я понял. То есть, если я к вам подбегу, то они будут вас гасить. Ну чё, прыгаем на счет три? Гасят, гасят папирус. Давайте, раз, два, три. Трис, панал. Гасят Пеннивайза. Ты хитрый жук, Димон! Ты прям мне на голову запрыгнул, ах ты жучара! А чё ты сюда прибежал? А я там за Серегой охотятся, не? А чё они не идут сюда? Мы тут. Мужики! Блин, зря выбежал. Тебя убили, Димон? Конечно. Так, я живой. Ладно, я выживаю, Димон. А, Димон, я живой! Оно рядом шмякнуло и не убило меня. О, они не идут, Димон. У вас баррикады. А куда они ушли, кстати? А я не знаю. За нами же бежали. А! Димон! Сзади! Вас это весело. За тобой все пошли, да? Сзади этот кошмарный. Да ну нафиг! Чиглопухи! Нет, нет! Димон! Смотри, я сижу, я живой! Я сбежал! Вот это было весело! Димон, а мне понравилось! Со всех сторон окружили. Тебя тоже убили? Меня нет, я убежал. Ах ты хитрый жук. Хитрый жук. Жук-жук-паук, я на сцене. О, я вижу тебя. Они на сцену, кстати, могут забежать, если их направить чуть-чуть. Так, ой. Ну они все равно тупые. Ой, тупые, останьте. Диман, я в мастерской, жду тебя, приходи ко мне. Тут никого нет вообще, пусто. Беги. Бегу! Давай, тут пусто. Где мастерская вообще находится? Возле сцены, с правой стороны. Ай, быстро по партам. Давай, давай, давай. О, да ну нафиг, тут люди. Плохие кошмары. О, жгёт его медь... Да ладно, читер ты! Они тусуются так, по-своему. Эй, ребята, я... Ух ты, лай! О, Димас, двоих! Ого, я прям даже немножко дернулся. О, Димон, я нашел такую нычку, он меня не убивает. Давайте сейчас добавим марионеток еще. Ой-ой-ой, тихо. Мама мия, только не марионеток. Марионеток. Все, марионетки пошли. Они больше меня всех любят. Получается, Димон, ты что, самый лучший выживальщик? Ну да, а что ты думал? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Delicious.